Приветствую всех, дорогие зрители и подписчики моего канала. С вами Владимир, и мы продолжаем проходить Ultimate General Гражданская война. Так, видите, я уже создал. У меня уже два корпуса. Я тут создал новые полки. И еще такое. Сейчас вам покажу. Оказывается, я вот втыкал. Тут можно переключаться на ветераны и новобранец. У меня было включено новобранец. И из-за того все, весь этот опыт, ну, оставалось немного солдат. Ну, мы теряли просто. Потому что все новобранцы. Конечно, ветераны дороже стоят, но лучше восполняться ими при больших потерях. Также я по максимуму, видите, набрал людей, потому что там довольно-таки я посмотрел перед тем, что нас ждет. Большие силы южан, короче. Вот так. Ну и то, что можно прокачивать наших генералов, тоже прикольно. Видите, вот. Есть навыки. Но корпус пока еще не прокачался. Тут, видите, тоже нету. Они появятся потом, эти дополнительные навыки всякие. Ну, умения, точнее. Так. Кто хочет, прочитает вот это. Я это читать не буду. Так. Меня интересует больше битва. Так. Кстати, я там снабжение, видите, вывел немножко больше, потому что нам не хватало. Так, победа, ничья, поражение. Денег дают немало, честно говоря. Давай. Ваша армия на судах идет вниз по реке Теннесси и высаживается у Питтсбург. Лендинг. Вы ждете прибытия генерал-майора Дона Карлсона Бьюэла с армией Огайо, чтобы вместе пойти в атаку на Коринф в 35 километрах от берега. Вам нужно защищать свою позицию, пока обе армии не встретятся, пока, чтобы продолжить экспедицию. Так, миссия называется Шайло. Так, лагерь. Этот корпус. И этот корпус. Вот видите, наша армия и вражеская армия. 40 тысяч. Чем мы вооружены? Пока не знаю, что там. Ну, давайте начнем. Так, мы перевезли свою армию по реке, ну это я читал. И готовимся продвигаться дальше на юг. Наши лагеря разбросаны по району, в случае атаки повстанцев нас предупредят о церкви Шайло на западе. До западного берега реки Теннесси здесь. Мы ждем генерала Бьюэлла завтра. Тогда мы объединим войска и направимся на юг. Генералы, наши заставы доложили о перемещении врага в нескольких километрах к югу. Да. Возможно, это отвлекающий маневр, и повстанцы планируют атаковать нас с другой стороны. В любом случае, нужно защищать наш правый фланг у церкви Шайло. Будет разумно развернуть стрелков и разведать этот район, чтобы попытаться понять истинные намерения конфедератов. Ну хорошо, стрелки будут ничтут. Мобилизируйте войска и будьте начеку. У нас есть резервы, и при необходимости мы сможем вам помочь войсками. Так, хорошо, где у меня стрелки? А где стрелки?
Ведь у меня есть трюки. Минерал. Ну, да ладно. Давайте вот этих пока отправим. Минерал сюда. Вы займите тут позицию. Ну, может через речку быстро бегать. Так, карта. Давайте через речку бегом. Вражеская кавалерия. Так, назад. Пытается нас обойти с фланга. Я бы выслал вперед пехоту, но не хочу. Так, ну мы пока стоим, ну яп. Интересно, если стоят, то они не теряют тогда свои состояния. Только те 67. Стоим 80. Да, отдыхают. Пока мы никого не видим. Вражеская кавалерия прибежала и убежала. Ну, образно говоря. О, тихо, что-то видим. Пушки давайте. Вперед.
Ух ты, блин. Ребята. Нужно занять там позиции. Потому что нас пытаются обойти. Банально. Арта, отойти. Убивайте их огнем. Побежали? Да. Займите тут позицию. Пушки. Нас пытаются обойти. Чего это они такие быстрые? Минерал. Пушки вражеские вижу. Ну, держитесь, ребята. Они должны побежать. Ух ты, блин. Арта. Огонь. О, подкрепление наконец-то. Так, давай сюда. А, сейчас там пехота. Пушки отойти немножко. Так, давайте сюда, пехота. Минерал сюда. Тут их вроде бьют. Они пушки. Еще разок. Так. Ну, давай-ка ран. И ты тоже ран. Понимаю, это немножко. Рискованно, с одной стороны. Так. Вот сюда. Надо занять этой позиции. И удерживать. Отлично, тут мы держим так. Так, давай срочно. Бегом, 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 бегом.
Кстати, пошли в атаку. Сюда. Так, отходим, артиллерия. Нас отсюда выбили. Ах, да, сюда. Да, выдавили все-таки. Так, вот так, кстати. А, так. Эти сюда. Брукс. Ах, так, давай сюда. Эти сюда. Так, занять эту позицию. Блин, попали под огонь. На этих, а этих. Займите вот эту позицию, она хорошая. Брукс. Давай войска сюда. Нас жмут со всех сторон. Да, весело тут. Да, их много очень. Вот так их поливайте. Так, на этих сосредоточен пока огонь. Пока держимся, но уж очень их много. Мы-то поливаем артиллерией, но у них тоже тут артиллерии хватает. Надеюсь, выстоим.
Кава. Кава мчится. Огонь по каве. Ух ты, блин, центр провалился. Нет, стали. Ух ты, блин, жмут. Давайте, может, вот так немножко сосредоточим огонь. Ух ты, блин, выдавили вот этих огнем. Так, кава, кава. Давайте, ребята, держитесь. Я понял, что у тебя кончились снаряды. Держать. Так, у нас на левом фланге собираются конфедераты. Да вы что, еще? Нужно установить оборонительный рубеж и удержать их. Еще подкрепление придет, как только сможет. Охренеть. Наша главная цель — удержать центр нашего лагеря. И наш левый фланг. Бог помощи, генерал. Супер. Так, где наши стрелки? Так, где наши ребята? Нужно вот тут где-то выстроиться. Где стрелки? Стрелки вперед. Кава. Хорошо. Так, арта мы тут поставим. Арту. Снабжение, да? Так, и вот эти ребята все выстроятся где-то тут на холме. Снабжение пусть пока едет сюда. Кава будет где-то тут. Короче, непросто. Я вам скажу. Это что у меня есть? 500 кавалерии. Сюда вроде бы не очень-то они могут зайти. Мы станем тут в лесок. Так, арта станет вот тут. Эти ребята тоже станут вот тут. Что? Кава, если что, ударит. Атакует корпус Бряга. Нам надо продержаться, пока остальная часть нашей армии не мобилизуется для обороны. Так, тут где-то он есть. Так, вот так вот.
Ребята, так вот. А, генерала у нас нет. Вот он. Так, Кава, сюда. Постараемся... О, еще отряд. Может, нам тогда выдвигаться сюда? Здесь есть такие приколы. Так, снабжение. Угу. Так, кавалерия. Я тут вижу довольно-таки приличные. Не хочу, чтобы нас обошли с фланга. Кава пусть уходит. Наши ребята пусть занимают эту позицию, чтобы ввязать их в схватку. Бежите, бежите. Кавалерия. Тут хорошее укрытие. Так, давайте вот так уже. Они где-то там. Так, замечен генерал Брех и остаток его корпуса. Я понял. Еще, Кава. Отлично. Наши вступили в бой. Сейчас мы зайдем к ним в тыл. Сколько у них кавалерии? Кавалерия ударит в тыл. Давай, 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 давай. Пока они развернутся. Surrendered. Что это значит? Блин. Кавалерия сдалась. Вы такое видели? Тогда они концентрируют огонь на моих ребятах. Тупо сдалась кавалерия. Спасибо. Без того не очень приятная ситуация была. Так, не заезжай туда. Ух ты, блин, сколько тут. Займем немножко другую позицию. Блин, вражеская Кава обходит нас.
очень неприятно. Сволочи, блин. Сдались. Отход. Отходим туда. О, подкрепление. Где? А, нет. Мне показалось. Извиняюсь. Извиняюсь за ложную информацию. Давайте сюда. Сейчас мы займем вот этот горбок. Постараемся это сделать. Тут, как видите, у нас тут очень весело. О, наконец-то. Так. Сейчас наши их немножко тут прорядят. Так, а что, больше нету подкреплений? Это все, что нам дали? А, кава. Ты смотри, кава. Так. Хорошо, ребята. Встаете тут. У кавы тоже есть стрелковое оружие. Так, значит, мы можем подойти вот так. Блин, нас тут обстреливает со всех сторон. Так, отступаем к гнезду шершней. Вот. Конфедераты все атакуют нас. Здесь идеальное место для нового оборонительного рубежа. Повстанца придется выбить нас отсюда, чтобы пойти на Питтсбург-Вайндинг. Рекомендуем быстро занять этот район, пока нас не разбили на флангах. Да? А чем занять? Вот этим? Задержав их как можно дольше возле церкви Шейло, мы повысим свои шансы на захват Питтсбург-Вендли. Удачи, генерал. Охренеть, мне объединили вот эти две битвы. И говорят, отступайте. Отступайте, ребята. О, так. Держать церковь Шейло. А чем держать? Снабжение нужно сюда. Это долго не выдержим. Тут нужно вот эти силы отводить. Таких ребят сюда. Пусть кавалерия этим занимается пока что. Те ребята могут отступать. Так, ну хорошо. Продолжим уже следующую фазу в следующей серии.
Это такая непростая битва, честно говоря. Шайво такими малыми силами попытаться установить противника, настолько превосходящего нас. Тут четыре отряда. Тут раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть отрядов, два кавалерии. Мы свою одну кавалерию потеряли. Ладно. Так что продолжим уже в следующей серии. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.